Пошел, увидел и забрал. По такому алгоритму действовал саратовец, когда нашел чужую банковскую карту. Вернуть владельцу даже не пытался, а сразу отправился за покупками. Отоваривался в двух сетевых магазинах на 8 тысяч рублей. Видимо, этот покупатель ни в чем себе не отказывал. Не свои же тратил, чужие. Процесс шопинга фиксировали камеры видеонаблюдения. И полицейским не составило труда установить личность ранее несудимого саратовца. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрано меры пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция напоминает, во избежание уголовной ответственности и нежелательной судимости не присваивайте находку. Ведь основной обязанностью нашедшего вещи является, с одной стороны, информировать о находке полицию или орган местного самоуправления, а с другой – возвратить вещь, прежде всего, собственнику. Если вы обнаружили пропажу карты, первое, что надо сделать – заблокировать ее. Самый быстрый способ – блокировка с помощью мобильного приложения. Обо всех противоправных действиях сообщайте в ближайший отдел полиции или звоните по телефону 02 с мобильного 102.